Так, как у нас дела на системочке, а? Семочки, салатики, а? Так, смотрите, короче, какой прикол получается. Те семена, которые проращивал в сидбаге, поняли, они в сидбаге дают корешочек, потом их засунул в минвату, видишь, вот все они проросли. А вот эти другие семена садил просто так, понатыкивал в минвату, там где по 5, по 6 семочек, и видишь, что-то не хотят сходить. Только, а, вон одна проснулась. Ну, подождем, что это будет. Потому что я хочу уже засаживать вертикальную системку этими салатиками до тех пор, пока не наступили у нас холода. Потому что, в принципе, халат, как более холодностойкий, он хоть можно ему температуру и 15 градусов давать. Но сейчас, вот видишь, 23,5 градуса. Хотя, учитывая, что уже, в принципе, 7 часов вечера. Как бы, да, вот такая, короче, штучка. Гидропонная системка Aquapod Clue на 21 посадочное место. Ты красавчик.